Всем привет! Сегодня у нас штрафная распаковочка за 3 число. Сегодня у нас суббота и наша новиночка — свинка Пеппа. Я подготовила вот такую большую коллекцию. И возьмем, как всегда, в честь новиночки 3 конвертика. Предыдущую новиночку решила брать парами. В прошлый раз я взяла 3 конвертика, теперь их нечетное количество, поэтому мы их сегодня возьмем тоже 3. Потом будем брать по 2. Коллекция, которая тоже собирается парочками, BT21. Раз, два. У нас осталось 4 конвертика. Коллекция Ам-Ням, 1 конвертик. Пару Шопкинсов. Взяла бы 3, но у нас и так получается много конвертиков. Очень большая распаковочка. Единорожку. Шарлотту земляничку. Коллекция Коты рулят. Ой, ну, раз ты хочешь, пусть будешь ты. Майнкрафт. 1 конвертик. Холодное сердце. Скоро закончим и будем делать вторую коллекцию. Из второй части холодного сердца возьмем киндер. Еще раз вас поздравляю с тем, что у нас собралась коллекция с миньонами, серия миньонов. Возьмем вот этот конвертик от канала «Люблю рисовать». Gravity Falls. Веселые прилипалы. Мини-лента. Спанч Боб. Осталось 3 конвертика. И Новый год. Теперь берем по 1 конвертику и к Новому году закончим коллекцию. Ну а я пошла за каталогом. Конвертики разложены, каталог наш открыт, а это значит, что мы можем приступать к распаковочке. Первым мы открываем мини-лента 3. Нам попадается Вискас под номером 18. Приклеили. Быстренько переходим в следующую коллекцию. Коллекция с киндерами. Вот такие у нас миньончики. И нам попадается вот такой вот бегемотик. Это повторочка. Полежит рядом с каталогом. Следующая коллекция — веселые прилипалы. Нам попадается Несмеюн. Вот здесь его еще нет. Давайте посмотрим на этого оранжевого прилипала. Вот такой он хмурый, надутый. Пускай постоит, а мы про него прочитаем. Тебе совсем не смешно? Даже на маленький прикол нет времени. Это все не смеем тебя подговаривает. Он самый серьезный чудик. Давайте приклеим его в наш каталог. А дальше у нас по плану коллекция Ам-Ням. Вот такие конвертики. Что-то тут малюсенькое. Вот так прям разрежем. И поищем, что нам попалось. Вот такой вот Ам-Нямчик. Он у нас под номером 18. И он у нас уже есть. Поэтому он отправляется лежать рядом с каталогом. Дальше коллекция Коты рулят. Проверим. Точно, так и есть. Давайте открывать. И смотреть, что нам попалось. И снова повторочка. Неужели мы повторим наше недавнее видео и положим в наш конверт для повторок очень много наклеечек? Интересно, интересно. Дальше у нас Шопкинсы. Взяли сегодня 2 конвертика, потому что их и так очень много. Под номером 141. Это ограниченный выпуск. Нам попадается Папа Томата. Вот такой вот серьезный помидорчик в очках. Давайте же скорее разместим его в наш каталог. И второй конвертик.
Ну давай, не ври. Номер. Так, что же это такое? Номер 107. Не знаю, что это такое, но нам такое попадалось уже зеленое, и я вам обещала рассказать, что же это такое. Наверное, это какой-нибудь освежитель воздуха. Я думаю, что это так. Почти собрался вертикальный ряд. Очень интересно, какие ряды будут собираться вертикальные, горизонтальные. Потом уже хочется, чтобы собирались полностью странички. И тоже интересно, в каком порядке это будет происходить. Ну а мы переходим к холодному сердцу. Здесь осталась одна наклеечка, и здесь две. И, возможно, мы сегодня соберем первую страницу. И нам попадается повторочка. Ничего мы сегодня не соберем. Это наш олень Свен. Полежи рядом с каталогом. Дальше коллекция моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Ссылочка, как всегда, в описании. Обязательно переходите и смотрите, как она подготавливала нам эту коллекцию. И нам попадается вот такой вот мишка. Какой-то он немножко грустняшка. И он летит на трех воздушных шариках. И он будет лететь где-нибудь повыше. Ребята, кто подпишется на канал моей сестры Тани, канал «Люблю рисовать», ссылочка в описании. Пишите мне об этом в комментариях, что я подписался. И я обязательно подпишусь на ваш канал. Дальше у нас коллекция Шарлотта «Земляничка». Откроем конвертик. Вот так сегодня откроем. И посмотрим, что нам попалось. Нам попадается вот такая вот девочка. И похоже, она подружка этого мальчика. Потому что мне кажется, что она тоже какая-нибудь либо голубика, либо черника. А может быть, это вообще слива? Интересно. Наша коллекция, она под номером 15. Давайте скорее ее разместим. Так, дальше у нас коллекция с единорожками. Этих сюрпризиков у нас тоже осталось не так уж и много. Нам попадается вот такой вот единорожка на воздушном шарике. Он у нас под номером 13. Вот здесь. Наш единорожка поселился в каталожек. Переходим в следующую коллекцию со спанчбобами. Конвертик я уже открыла, и нам попадается вот такая вот белочка. В мультике ее зовут, по-моему, Сэнди, и в нашем каталоге она под номером 1, первая в нашей коллекции. Размещаем ее в наш каталог. Вот так вот, почти собранная коллекция. Теперь у нас коллекция Gravity Falls. Сегодня я помню, что у меня есть уголочек. Я не помню, где у меня есть этот уголочек. По-моему, это должен быть. Неужели я его... А, нет, не заклеила все-таки. Под номером 7 у нас в коллекции появляется вот такой вот чудик. Как всегда объясняю, я не смотрела этот мультик, и я не знаю, как называются эти персонажи. Не обижайтесь, а лучше пишите мне в комментариях, как их зовут, чтобы я тоже об этом знала. Дальше у нас коллекция BT21. Открываем. Кто же у нас попался? Нам попадается вот такая вот пони или лошадка под номером 9. И мы собрали эту пару. Скоро у нас закончится страничка. Приклеиваем и смотрим, что же у нас во втором конвертике. А во втором конвертике вот такая вот девочка с овечкой под номером 7. Вот здесь. И у нас теперь остались только несобранные пары. Дальше у нас коллекция «Новый год». Праздник уже близится. Хочется уже поскорее получать много подарочков.
и кататься на коньках. Эти коньки под номером 14 в нашем каталоге. Давайте их разместим. А вам напоминают коньки об этом чудесном празднике? Празднуете ли вы Новый год на катке? Дальше мы идем в коллекцию Майнкрафт. Открываем. Сюрпризик получаем. И мы получаем вот такого вот монстрика. Белого. Похож он на какую-то медузку. Не знаю, кто это такой. Номер 13. Вот здесь. Дальше коллекция Fast Food. Вчера нам попались вот такие наклеечки. И сегодня мы взяли 3 наборчика. Соберем какую-нибудь парочку, надеюсь. В первом конвертике нам попадаются вот такие вот чипсики треугольные. По-моему, они называются Начос. Под номером 6. Так, одну пару мы уже собрали. Второй конвертик. Нам попадается что-то маленькое. Вот такая вот куриная ножка. И у нас она под номером 12. И пока что она одна. Может, ей сегодня попадется парочка. Угу. Нам попадается пицца, кусочек пиццы. Такой вот он делает поцелуйчик. Под номером 2. Наша козочка на месте, а мы открываем дальше сюрпризики. Так, ой, сразу 2 конвертика. Так, здесь нам попадается бабушка свин под номером 18. И дальше, так, этот конвертик уже пустой. А здесь нам попадется вот такой вот маленький ослик с дракошкой. Так, переходим в начало и убираем повторочки. Вот такой вот бегемотик из коллекции Kinder Surprise. Кладыш из прилипал от Несмеюна. Ам-нямчик, который не хочет уходить. Такого чеширского кота из коллекции «Коты рулят» или «Я люблю кошечек». И большого Свена. Так, а ты влезешь у нас? Не складывается. Да, сюда ты влезешь. Отлично. Ребята, хочу вам напомнить, в понедельник я начинаю новый морской бой, и у меня пока что только один участник. Пишите в комментариях, хочу играть в морской бой, чтобы попасть в мое видео, и мы будем играть вместе. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока.